Глава Чувашии Михаил Игнатьев 3 дня находился с рабочим визитом в Республике Беларусь. Программа пребывания была весьма насыщенной. На встрече с президентом Александром Лукашенко обсуждались вопросы экономического и культурного сотрудничества. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, белорусские и чувашские предприятия связаны в единую технологическую цепочку. Трудолюбие и работоспособность наших народов помогут осилить любой совместный проект. Михаил Игнатьев также заметил, что Чувашия видит в Республике Беларусь надежного партнера. Наши отношения, они выстраивались десятилетиями. И могу сказать, за последние 3 года товарооборот мы увеличили 2,5 раза. Я абсолютно уверен в том, что наши отношения получат дополнительный импульс для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Александр Гаврилов, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов. Республика.